На сцене наши самые юные артисты. Ансамбль жестовой песни «Поющие руки» и вокальная группа «Петербургская Лексема», которые вместе с образцовыми коллективами, хореографическим ансамблем «Вдохновение» и эстрадным театром студии «У трех озер» исполнят песню «У меня есть любимый брат». Солисты Егор Лебедев и Аида Абдулаева. Замерзая в лед, мы рядом вместе все живем.